Сергій та Ірина Коваленки мають 13 дітей, семеро з яких прийомні. Доброго ранку вам, друзі! Раді вітати вас у ранковій студії. Добре. Не просто так ви сьогодні до нас завітали. У новому дні є цілий цикл розповідей, історій від людей, які відкрили своє серце не тільки для своїх рідних діточок, а й для прийомних, створили прийомну родину. І ось ви є яскравим прикладом. У вас 13 діток у родині. 4 внуки ще. Нічого собі! Розкажіть, будь ласка, коли у вас виникла ідея і як вона виникла, що варто відкрити свою родину і для інших діток? 11 років назад у нас посетила ця ідея. Ми думали взяти одного дитину, а вийшло 7. Одразу всіх 7 взяли? Ні, все це було постепенно. А ось як ви зрозуміли, що ви готові і, можливо, як готувались морально до того, що з'явиться дитина, яка не є рідною по крові, але має стати рідною до серця? Наверное, всі слышали таке выражение, як «большое серце». Наверное, це щось таке подобное в якийсь момент случилось з нами. Знаєте, є така в Біблії фраза, що у кого є, у того ще й прибавиться. У нас своїх біологічних немало, і, наверное, настільки наше серце стало в якийсь момент огромним, що ми поняли, що помимо наших діток, ми можемо дати цю любов, цю заботу для тих, хто це не має. А ось ваші діти як сприйняли цю ідею і чи готові були до нових братиків та сестричок? Как сейчас, пройдя этот путь, мы понимаем, что наши дети не до конца были готовы к таким сложностям, хотя изначально за каждого ребенка с ними обговаривалось, конечно же. Давали они свое согласие, но до конца, я думаю, они не понимали, на что они идут, что это не просто гости, которые пришли и ушли, а это надо очень многим жертвовать, очень многим делиться, решать какие-то конфликты, уступать во многом. Но я думаю, что для моих детей это тоже была очень хорошая школа. И я считаю, на сегодняшний день, считаю, что мы с этим справились, и можно нас назвать дружной семьей. Під час циклу розмов із прийомними сім'ями, із батьками, які взяли прийомних діточок до своєї родини, ми постійно обговорюємо проблеми, з якими можуть зіткнутися батьки на етапі всиновлення або прийняття дитини у родину, і ділимось тим, як із цими проблемами можна боротися. З якими проблемами зіткнулись ви? Можливо, які складнощі були? Складности. Вот одни из тех, о чем мы только что говорили, это именно отношение какой-то период биологических детей с приемными первое детками. Время. Да, это только первое время, это адаптационный период, но его надо учитывать. На первое время, допустим, я его не учитывала и немножечко терялась. Вот. Но в дальнейшем как бы оно все проходит. Единственное, что нам, родителям, в этот момент надо быть объективными. Очень важно в эти моменты конфликтов никак не занимать позицию биологического ребенка, что иногда очень хочется, а быть очень объективным и как бы помогать приемному ребенку. А дехто навпаки приймає сторону прийомної дитини, вважаючи, що її варто пожаліти. Да, и начиная своего, что ты обязан простить, обязан понять, он такой же ребенок, и так же сложно. Конечно, я думаю, что многие приемные родители рассказывали о том, что эти детки, они очень сильно отличаются от деток семьи своим поведением, потому что зачастую на элементарные вещи они реагируют не так. И ну, когда ты уже знаешь, что ребенок с таким прошлым, он, это нормально для него иногда даже врать и воровать, и агрессивно реагировать на какие-то моменты. Но когда ты понимаешь, что он в процессе восстановления, и это нормальный период у него. Також то реагируєш більш спокійно. Ми знаємо, що ваша сім'я є яскравим прикладом творчого виховання діточок. Поділіться з нами, ваші дітки є справжніми зірочками. Це було 3 роки назад, або 4. Ну, було. Було. Зараз у нього вже ломка голосу, вже голос зовсім другий. Ну, Марк. При всьому при цьому він поє далі. Так, да, на служення, в церкві. Город его приглашает иногда. Да, был участником «Голос Диты», дошел до полуфинала, был у Тины Кары, очень сильно мечтал к ней попасть, к ней и попал.
Вот. Ну, это был хороший для него толчок в его творчестве, потому что он до сих пор, он как-то такой был переломный момент, он очень сомневался в себе, и в этот момент он очень сильно в себе поверил, конечно. Чи тільки Марк у вас така музична творча дитина, чи, можливо, знаємо, що у вас кожна дитинка особлива у своїй творчості? Да, у нас есть дети, которые поют, сын еще учится на кларнете играть, один сын у нас сильно любит баскетбол, играет, очень этим увлекается. Остальные компьютеры. Очень сильно, да. Ну, и, конечно, как в любой семье есть компьютерные гении. Технологии, к сожалению или к счастью, нікуди не дінешся. Як ви встигаєте ось 13 дітей? Кожному необхідно було і необхідно зараз приділяти часточку уваги. У кожного є свої таланти, свої особливості, і варто кожну з цих особливостей розвивати. Як ви все встигаєте? Ось просто вчора, телефонуючи вам, знаємо, що і тут уроки робимо, тут готуємось до ефіру. Я думаю, Бог дає мудрості нам, і ми благословляємо наших дітей, Бог дає їм мудрості. Все это делать и успевать. Ну, во-первых, еще и у нас мы вместе. Мы с мужем делаем все вместе, и поэтому, ну, хватает внимания, я считаю, что нашим детям и папы, и мамы. Во-вторых, я считаю, что когда вы занимаетесь этими детками, надо быть очень внимательными к ним. И в-третьих, надо понимать, что если такой ребенок попадает в семью, очень важно время, это один из основных факторов, который надо им уделить. Ну вот это просто для нас была цель, решение. И даже старший сын, вот приемный старший, ему сейчас 17 лет, он говорит: ты знаешь, мам, я только сейчас задумался, сколько вы с нами возитесь, говорит. Я раньше на это не обращал внимания. Говорит, а сейчас понимаю, говорит, где мы, там и вы. Все лето мы с ними ездим, даже в санаторий с ними ездим и сидим с ними, там, чтобы не травмировать их лишний раз, как бы. Поэтому, но это наша цель, это сейчас смысл нашей жизни и... Наше служение. Дякуємо вам за такий яскравий приклад, відкриття свого серця для діточок. Сподіваюсь, що чимало миколаївців, чимало українців долучаться до вашого прикладу і також відкриють свою сім'ю для діточок, позбавлених батьківського піклування.